Мода на виртуальную реальность с каждым годом набирает обороты. В Люберцах состоялся второй открытый фестиваль киберспорта Подмосковья – Dota 2 и Counter-Strike. В этих играх потягались с мастерством участники турнира. Какие навыки помогает развивать данная спортивная дисциплина и что ожидает киберспорт в Люберецком городском округе, выясняла наша съемочная группа. Киберспорт пришел в жизнь люберчанина Владлена Гребенькова около 5 лет назад. Началось все с простого интереса, но вскоре осознал, на этом хобби можно заработать. Сегодня тренируется в онлайн-режиме, соревнуясь с игроками из разных городов. Мечтает создать крепкую интернациональную команду и участвовать в международных турнирах. Это возможность зарабатывать много денег первостепенно, да. Второе – это путешествие по миру, если ты отбираешься на какие-то интернациональные турниры. Плюс просто взаимодействие, коммуникация, командный спорт. Быстроту реакции и навыки социализации развивают в игроках занятия киберспортом. Профессиональную подготовку к соревнованиям хочет обеспечить воспитанникам Петр Суходимцев. Для этого получает 3-е образование. Новое направление для детей, и на самом деле некоторые родители не совсем понимают, как это работает, и из-за этого получается, что талант, который мог бы раскрыться, к сожалению, не проявляет себя. Для участия в областном фестивале со всего Подмосковья отобрали лучших киберспортсменов. В Люберцах ребята, как правило, тренируются на базе школы номер 27. Но грядут перемены. В следующем году намечается открытие большого киберспортивного центра, который будет находиться на территории данного комплекса спортивного «Триумф». К осознанности призывают начинающих игроков опытные киберспортсмены. И напоминают, в каждом увлечении компьютеры не исключение, нужно знать меру. Анна Троян, Анастасия Юшкевич и Валерий Абсолямов, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.